дорогие братья и сестры, я сегодня совершенно не в вокальной форме, посему не могу вам ничего ни спеть, ни прочитать. Прошу только молитв о моем здравии. И предлагаю послушать фрагмент концерта Сергея Васильевича Рахманинова «Молитва неусыпающей Богородицы». Это переложение было мной сделано более 20 лет назад, и с тех пор оно в репертуаре нашего мужского хора. И было записано на диске в 2009 году. Храни вас Господь. Всего вам доброго. Thank you.
братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. Дворец культуры «Чайка», ближайшее метро, станция Семеновская. Песнопение в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Бородинскую битву. И 27 ноября – это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае. Тоже в преддверии Рождественского поста песнопение из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуется рождественские песнопения и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.